Привет! Сегодня у нас 3 ноября, мы начинаем свой влог, и мы несем в садик макулатуру. А вон Семен, мужик сыт. Ну, Стас! Да, у нас там, вот, представляете, мы снимаем административные правонарушения. Вот, я несу Соне зайку рыжего, она попросила с ним за ней прийти. Стас несет макулатуру, говорит, 10 кг. Там знаете что? Это для швей. Журналы всякие доисторические мы бабушки нашли. Здесь у нас вот делают магнит косметик. У нас был городок, теперь прям в шаговой доступности. Вот. Так что вот так. Напишите, кто-нибудь еще макулатуру носит. Мы, наверное, скоро мелколом будем собирать. Ты довольный, заяц? Да. Да, куда ты так бежишь? Из садика бегом. Сонь, что в саду сегодня делали? Чего? А ты сказала, что мы макулатуру принесли? Да. Ты по жуку пробежала? Это нет. Не жук, это божья коровка. Это божья коровка. Это божья коровка. Ты чё? Ну пошли. А где цветочки? Смотри аккуратно. Эх, с утра бы ты так бежала. Она по каждому цветку. Киса за ней вон. Соня, а ножками как ты топаешь? А попой? А попой? А попой? Сейчас я вообще. Ну, видишь, попой, всем покажу, как ты попой гуляешь. Вот так, вот так. Ну-ка, гуляй, попой, давай, вот так. Молодец. Ой, это в садике учатся, сели встали, у них какой-то там танец такой. Соня, что это? Он ананасик маленький, такой маленький. Вот у Сони утро. Соня проспала 13 часов, да, с 5 вечера до 8 утра. Вчера отмечала бабин день рождения. А сегодня у нее утро начинается с кукурузных палочек. Устала вчера день рождения отмечать, да, Соня? День рождения отмечать, все ясно. Адамей! Адамей!
Не надо, да. Соня что делает? Помогает папе батарею за... Как это называется? Загородить. Соня у нас 4 дня болела, а теперь она вот делом занялась. Ты что делаешь, Софья? Делаю. Что делаешь? Забор папе. Забор папе делаешь? А что вы этим забором городить будете? Батарею. Вот эту батарею? Да, а, а еще ты читаешь инструкцию? Можно. Нельзя. Зачем ты ей даешь? О, тяжелый какой. Тяжелый. Не надо, это не для девочек, Соня. А чего у тебя вон там вон веер валяется под батареей? Тебе жарко, что ли? Веер, да. Я буду делать. Делай, делай, помощница. Попади. Мороз мешком лопуты вам, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Это мама рассказывала. Это мама рассказывала ей. Порою волк сердитый, волк рысцою пробегал. Чуть снег по лесу частому под полозом скрипит. На шатка махна ногая торопится бежит. А еще, Зонь, я знаю стишок про Новый год, про Деда Мороза. Щепот забыла. Дед Мороз. Дед Мороз. Кому виски? Ой, забыла, Соня, про стишок. Надо вспомнить мне. Дед Мороз, голубая шапка. Нет, это не надо. А вот ты сюда пришел. А что петь-то? Я не могу. Зайку. Про заинку пой. Заинка, заинка. А ты танцуй. Заиньку ей надо. И там играет. Давай, говорит, кривоногий, нифига не топает. Смотрите на мои, как они работают. О, как устойный. А попами давай. Все, села в доме. А фонарики как? Шарики, фонарики. А попы, забыл. Опа. Мамой попой повернись, как мама, как ты попой поверяешь. А к маме покажи попой, как ты. Ноябрь, у нас уже елочку нарядили, да, Соня? В дождь, у нас стоит около дома елка, она вчера еще горела. Сегодня какое у нас ноября, 14-е? Да, конечно, погодка не новогодняя. Соня, ты куда идешь? Магазин за курткой. Магазин за курткой? Ну пошли мы после... А, и лебеди привезли. Лебедей вон, тех и этих, ну каждый год. Потрогать, иди, они высоко, ты не достанешь. Они еще достанешь? Я там... Вернулись мы домой, купили Софье вот такую куртку. Она понасыщеннее цвет, маленечко не передает. Тут на резиночках. Вот. Рост. В общем, была распродажа. Остался вот этот вот рост 92-116. Две штучки. По распродаже она стоит
1480 рублей. И рост одинаковый, но одну померили прям очень большая, а это так ничего. Конечно, не очень теплый у нее капюшончик, но я думаю, на такую не очень холодную зиму, чтобы удобно было. И куртки докупили, штаны. Я хотела такие потемнее, сиреневый цвет, но Соня сказала, что хочет черные. Такие штанишки, 28 размер, единственные тоже остались. 490 рублей, 28 размер. Вот такие вот штаны. Ну, в общем, я думаю, вместе это все будет очень даже неплохо смотреться. Голубая. Голубая, сиреневый, как твой заяц, Соня. Вот так, очень толстый. Мне знаете, что понравилось? То, что она длинная, но не широкая. Она ее одела, и она ей не болтается. Хоть она там рукавки чуть длинноватые, то есть, чтобы не задувало туда. Вот, ну не знаю, посмотрим, как будет носиться. Ну, если будет плохо носиться, не жалко. По распродаже, по дешевым ценам. Вот, такие у нас покупки. Тебе понравилось? Да. А Соня кушает, сидит тут. Что ты кушаешь? Утенят. Шоколад. Утенят. Шоколад, да. Приезжала баба Надя, ей тут оставила на столе маки, да? Да. Вот это маки. Это маки. Угу. Вот, так что такой вот у нас комплект получился. Мама должна съесть. Продолжу свой влог. Забрала Сонечку из садика и забрала вот такое видео. И знаете, можно, как все говорят, переписать диски, но я решила купить этот диск с осеннего бала, праздник осени, только за оформление вот коробки от диска. Такая память, первый утренник со стишочком. И сам диск, наверное, не открою одной рукой. Придется вас немножко задействовать. Вот сам диск такой. С датой 26 октября 2017 года. Классно. Мы, правда, теперь эту запись, ну, мы ее на флешечку, чтобы на телевизоре смотреть, по телевизору смотреть. И он у нас круглыми сутками. Болеем постоянно, поэтому и влоги, и пустышки все снимаю, когда чуть-чуть могу говорить. Вот, отрывочками. Завтра должны нам еще фотки с этого осеннего бала принести. Ну, те, кто подписан на меня в Инстаграм, видели, я прям с телевизора в сторисы снимала Соня. Всегда у нас все делает, что от нее просят на утреннике, но отдельно от других детей в сторонке, рядом с воспитательницей. Вот. И опять вчера не ходили в садик, что-то у нас переутомилась, что ли, она. С утра температура, вечером вяленькой, не кушала, с утра температура. В обед поспала, встала, ни температуры, ни кашля, ни насморка. Ну, в общем, сегодня папа ей говорит, ну ладно уж, Сонечка, не ходи, уж второй денечек. И что вы думаете, звонят мне 8:30 из сада, срочно приводите ребенка, оказывается, у них какой-то там открытый урок, они к нему готовились, и ее присутствие обязательно. Я ее собрала к 9:00, она, конечно, была очень недовольна, потому что ей пообещали, что она не идет в сад. Но отвела сегодня, ладно, раз открытый урок, придем, там шары надутые, красота, в общем, такая. Вот, и сейчас вам немножко покажу свои запасы хомяка, потому что помимо косметики, я, кстати, вот снимаю на своем косметическом столике, помимо косметики у меня еще, как у вязальщицы, запасы пряжек. И у меня всегда, в общем, я решила все запасы сокращать до минимума, чтобы не было, ну, в общем, не захламлять, пусть будет движение. Все. У меня бывают периоды, когда я все это, в общем, от всего избавляюсь, потом опять начинаю хомячить, все собирать. Вот, и сейчас я покажу, если позволит освещение. У нас вот сейчас 2 часа дня почти, но темно, в общем, все с электричеством. И покажу, где храню. Сегодня забрала фотки Сонина с осеннего бала. В Экспрессе купили рамочку, специально такую рыженькую, чтобы под осенний бал. Мы себе оставили вот с белочкой. А фотки все одинаковые. Сейчас покажу две остальные. Там оформление просто другое. Вторая фоточка вот с таким ежичком. Мы бабушкам, дедушкам купили. И третья с белочками. А Сонечка везде одинаковая. Вот. Первый наш утренник. 2,5 года. Когда все в семье болеют, то бутерброды с медом, да, Сэм? Вкусные? Да. А самое вкусное в этих бутербродах что? Мед. Поэтому ты ешь только серединку, где мед, а остальное вот так. Да, София? Да. Так правильно кушать? Правильно. Правильно? Да.
А папа что нам готовит? Картошечку и салатик. И чай надо к бутербродам, да, Софья? Соня, может, хватит тебе уже бутербродов? Хоть они и маленькие? Маленькие, да. Софь, как попала к тебе пчела? Скажи сначала. Папа зашел в магазин, там пчела летает. Папа зашел в магазин, там пчела летает. И он что ей говорит? Пойдем к Заньке жить. А пчела ему что сказала? Полетела. Полетела к тебе домой? Да. Ой, какая пчела. Папа зашел в магазин, там пчела летает. А как у тебя ее, как ты ее назвала, пчела? То-то. То-то. Она Немая. Немая. Немая, то-то. Да. Вот так вот. Она Акия. Мягкая, понравилась тебе? Да. Папа сосал гизин, там тебя тает. Стас, ты что там? А, у меня там стори загрузилась. Папа сосал гизин, там тебя тает. Все ясно. Вот такая у нас история появления То-То в нашей семье, да? Да. Папа сосал гизин, там тебя тает. Я не могу. Папа сосал гизин, там тебя тает. Вот ты бы новогодний стих так рассказала. Расскажешь про Новый год? Нет. Почему? Почему? Как? А расскажи нам, какую песню ты поешь? Папа гулит. Ку-ку. А про Заиньку не споешь? Нет. Ну, спой разок. А я тебе включу твой осенний бал еще раз. Спой. Да? Про... Да. Спой песенку, я тебе включу. Нет. Не будем смотреть осенний бал? Будем. Ну, тогда песню спой. Папа курит трубку. Не надо про бабу курить трубку, спой про Заиньку. Заинька. Вредина, что ли? Учи, мам, учи. А волшебное слово? Ну, говори всем пока. Та-та. Артистка. Мама, солнце, сияй. Еще снимай. Ну, ты не поешь песню, я тебя снимаю, пой. Про Заиньку спой. Ну, все, я тогда... Папа, солнце, гизин, там тебя стоит. Папа сосал гизин, там тепло. И она пошла к Заиньке жить, да? Да. Отлично. Не были у бабы с дедой 2 недели с лишним. Посмотри на меня. Баба какой бант купила Соне, да? Еще один. Ну, еще прилепи, ну тебе 2. Ты такая будешь. Пока один у тебя хвостик, один. Будет 2 хвостика. На, посмотри его. Второй тоже надеть? Да. Сейчас наденем. Куда залез кроличек? В каку. Каку нашла? А ты где, Софья? В доме. В доме? Это у тебя дом такой? Да. Вот как выкинешь почтовую коробку, да? Когда детям столько радости. Там, наверное, скотч прилип. Дай посмотрю. Все, отлепила? Не успели с садика прийти, Соня скорее себе дом нашла, да? Да, нашла дом. Нашла дом. А ты знаешь, от кого коробка к нам приехала? На почте. На почте, да. Но это... А город какой? С Иркутска. Да. Ты туда поедешь? Приеду. Поедешь? А привет им передашь? Нет, ты вредина, что? Да. Дом свой. Да. Так. Мама, пой. А что петь? Топ-топ. Топ-топ? Топы, 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 топ. Топ, топ. Да.
Ты мне играешь, что ли? Да. Ты музыкант? Нет. А кто ты? Я заяц. Заяц? В общем, мы будем заканчивать свой влог ноябрьский, да? Вот так мы ходим в садик. Еле-еле, да, Сань? Скажи всем пока. Не буду я говорить. Нет у тебя настроения? А почему? Просто так.